Днем вторника в центральном районе Хабаровска пожарные взломали квартиру после жалоб соседей на идущий из нее запах дыма. Приехавшие на вызов подразделения запах гари тоже ощутили. За дверью действительно что-то горело. Взламывать квартиру спасатели не стали. В жилье, расположенное на первом этаже, было решено проникнуть через окно по приставной лестнице, срезав крепленные решетки. Следом за пожарным в квартиру тем же путем попал и сотрудник газовой службы. Через минуту «Авангард» доложил об обнаружении и ликвидации источника задымления. На газовой плите стояла кастрюля с каким-то пригоревшим содержимым. Разворачивать рукава смысла не было. Ее залили водой из-под крана. С хозяйкой, которой дома не было, по телефону связалась соседка и попросила ее побыстрее вернуться. Хозяйка появилась уже в финале работы пожарных. Взволнованная женщина объяснила, что на плите оставила вовсе не пищу. Она решила прокипятить перед стиркой запачкавшийся платок и, забегавшись, выскочила из дома, оставив конфорку включенной. Решила постирать. А машину уже включила. Машинку. Стиральную? Да. Ага. Я в кастрюлю положила, воду налила и это самое. И все. Так, и а порошок. А газ-то включен почему? Ну, включила, естественно. Я же кипятить. Да. И что, ушли и забыли, что включили? Я еще уходила, так это заглянула, вроде ничего не горело, думаю. Сотрудники газовой службы в отношении забывчивой горожанки приняли стандартные меры. Возможности пользования пропаном она на какое-то время лишена. На трубу в кухне поставили заглушку. Пострадавших в этом ЧП нет. С места происшествия Виталина Кондрахина, Мария Дедова и Андрей Алферов.